С Днем Ангела, дорогие именинники! Хотя наша передача связана с миром имен, мы сегодня не назовем ни одного имени. И это при том, что поминается Церковью сегодня несколько тысяч, даже много тысяч, 14 тысяч святых людей. Это младенцы, убиенные по приказу Ирода в Вифлееме и его окрестностях в дни Рождества Христова. Евангелие сообщает нам о том, что пришедшие с востока мудрецы сообщили Ироду, что они видели на востоке звезду, возвещающую о рождении великого царя. Они пришли поклониться этому новорожденному царю. Похоть власти всегда толкает человека на преступление ради сохранения этой власти. Ирод, как его называли современники, великий, даже подумать не мог, что кто-то может быть царем в этих местностях, кроме него, и он лицемерно говорит волхвам: «Пойдите и изведайте, а потом вернитесь и мне расскажите, ибо и я хочу поклониться этому царю». Волхвы пошли, нашли Господа, поклонились ему, дары принесли. Но ангел Господень открыл им ночью, чтобы они другим путем уходили в страну свою. Они так и сделали, а Ирод остался поруганным. Тогда Ирод позвал себе книжников иудейских и спросил их, где должен родиться Христос. Эти с точностью сказали: в Вифлееме иудейском, ибо так написано у пророка, и процитировали точную цитату из священных текстов. Тогда Ирод решается убить всех младенцев в Вифлееме, всех детей, сосущих грудь, всех тех, которые еще не умеют ходить, от 2 лет и ниже, чтобы не перепутать новорожденного с чуть подросшим. Значит, он повелевает убивать всех, кто напоминает младенца, кто еще на руках матерних носим. Если бы небо было из ткани, в этот день оно бы треснуло и порвалось от вопля матерей вифлеемских, поскольку солдаты, получившие четкий приказ, безжалостно и методично, отправившись туда, вырывали младенцев из рук матерей, закалывали их на глазах родителей своих, и вопль поднялся от земли до неба, вопль материнский о потере своих младенцев. Парадоксально, Христос, рождаясь, приносит на землю мир. Слава Вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение, так поют ангелы в ночь Рождества. Однако где же мир? Оказывается, Христу тут же начинает сопротивляться. Мир никому не нужен среди людей, утонувших в грехах, и вместо мира проливается кровь невинных детей. Все эти дети по-человечески пострадали лютой смертью. Не вступившие еще в зрелую жизнь, они пресеклись в своем этом развитии и ушли из этой жизни мученически. Однако, по-божьему, они все являются телохранителями Господними, как говорит святой Филарет Дроздов, и, конечно же, они святы. Мы почитаем их во святых, поскольку эти младенчики, эти, по сути, сверстники Иисусовы, защитили его ценою своей крови от кровожадного Ирода. В дальних пещерах Киево-Печерской лавры хранятся мощи одного из младенцев вифлеемских от Ирода убиенных. Эти мощи были привезены на Русь после крещения князя Владимира как одна из таких вещественных святынь, соединяющих новокрещенную русскую землю с землями традиционного христианства, землей Византии. Туда, в этот мрак пещерный, к мощам этого младенчика спускаются очень часто женщины молиться Богу о том, чтобы Господь даровал им ребенка. Молиться о том, чтобы рожденные ими дети были правильно воспитаны, чтобы были успешны, чтобы были, конечно же, здоровы. И вот сегодня мы поминаем их, вспоминаем о них, об этой жуткой цифре 14 тысяч. Вспоминаем о том, что Вифлеемский плач до сегодняшнего дня раздается над нашей землей, потому что гораздо больше младенцев, миллионы младенцев, ежегодно убиваются через богоненавистное, богопротивное такое явление, как аборты. Об этом стоит подумать сегодня, и сегодня, возможно, в храмах об этом будут говорить наши пастыри. Но сегодня все-таки есть именинники, которых мы поздравим, и имена которых назовем. Это Фадей, Марк, Иван и Феофил. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах. Thank you.